Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня у нас третья финальная часть эксперимента с рулетки. Кто не смотрел первую, вторую часть, то обязательно, в принципе, посмотрите. Ссылки будут в описании, обязательно посмотрите, чтобы понять данного эксперимента. И сегодня мы, в принципе, сравним, где нам выпали лучшие призы, где хуже, и где окупилась рулетка нам, а где нет. Ну что ж, я думаю, не будем тянуть, погнали. Итак, заходим в мои призы, и сейчас вам покажу. Вот призы, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эти призы выпали нам с 500 рублей, в принципе, да. А все остальные нам выпали с косаря, получается. Поэтому я уже посчитал, сколько денег там, твою таблицу сделал. Поэтому сейчас я вам ее покажу. Так, вот, в принципе, эта таблица. Я посчитал, в принципе, то, как и есть. Прокрутка на 500 рублей и на 1000 рублей. 10-4 пункта. Первый пункт — это количество денег. Второй пункт — количество доната, продажи призов. И третье — количество XP. Ну что ж, давайте посмотрим. Я думаю, вы сами видите список, но давайте я озвучу. Прокрутка на 500 рублей. Количество денег — 123 924 рубля. Ну, виртов, в принципе, да, я думаю, вам понятно. Количество доната с продажи призов — это то есть весь хлам, который мы можем продать — 134 кредита. Количество выпавших XP — 1. Цветное оружие — 3 штуки. Прокрутка на 1000 рублей. Количество денег — 367 112 рублей. Количество доната с продажи призов — 183 кредита. Количество XP — 6. Цветное оружие — 2 штуки. И мы понимаем, что, скорее всего, нам больше купилась рулетка. Получается, ну, на 500 рублей получается больше нам рулетка, в принципе, потому что 23 тысячи плюс кредиты, и у нас получается примерно 250 рублей, грубо говоря. Если это вернуть эти деньги в игре, то получается, да, ну видите, вот 23 тысячи плюс кредиты, суммировать это как донат, и получается, что на 500 рублей по сути купилось больше нам рулетка. Я думаю, что на 1000 рублей в деньгах выиграла на 1000 рублей, потому что там выпало количество денег, вот видите, 248 тысяч. Я, кстати, этого не заметил в предыдущей серии, точнее части, поэтому вот такие вот дела. Как по мне, больше купилась рулетка на 500 рублей, чем на 1000, потому что, ну да, здесь тоже типа 300 это. Хотя, блин, смотрите, типа, если прибавить, то получится 500 с чем-то доната. Если прибавить деньги и донат друг другу, то получится такая сумма. Ну, тут 50 на 50, пацаны. Просто тут XP дохера выпали, которые мне не нужны, я думаю, вам. Здесь одна XP выпала. А здесь 3 оружия выпало, здесь 2. Ну, как по мне, где-то ничья, возможно. Пишите свои... Свое мнение в комментариях, в принципе, где больше купилось, на 500 рублей, либо на 1000 рублей. Сейчас мы будем продавать, в принципе, весь хлам и будем уже крутить рулетку. Так, вот у нас вышло 317 рублей. Это если продать весь хлам. В принципе, продаем. Не будем его здесь даже оставлять. Все, у нас весь хлам ушел. И давайте выведем в игру, в принципе, 34 кредита. Все, у нас остаются одни деньги, уровень и, в принципе, вебка. Все, экспихи, ну вы поняли, я думаю. Давайте крутить рулетку. У нас получается сколько кредитов? 380. Все, крутим рулетку и посмотрим, что нам как бы выпадет. Как по мне, это был очень неплохой эксперимент. Можно будет повторить такой эксперимент, типа, только крутить не днем, а ночью, типа. Покрутить одну рулетку днем на 500 рублей и вторую рулетку ночью на тоже на 500 рублей. Если вам нравится такая идея, пацаны, пишите в комментариях и ставьте лайк. Потому что я такой, чтобы еще сделать некоторые эксперименты с рулеткой, потому что это реально интересная тема. Поэтому ставьте лайки и пишите в комментариях, какие еще эксперименты можно будет сделать с рулеткой. Потому что, ну, я с радостью бы это делал. Потому что мне реально понравилось, эти три части были очень даже прикольные. О, это нормальная сумма, кстати. Вот это меня радует. Так, продаем вот это все. Уровень нельзя продать, можно продать вот это. Все, продаем.
За 77 кредитов. Отлично. Все, есть еще две прокрутки. Все, крутим. Еще две прокруточки есть. Довольно-таки нормально. Ну, денег у нас выйдет довольно-таки, ну, где-то около... Не, не около ляма, где-то 1700, наверное. Так, и нам выпадает пистолетик дерьмовый. Ну, ладно. В принципе, не важно. И так нормально. Так, и последняя прокрутка нам выпадает... Блин, на самом деле, лучше бы уровень выпал, на самом деле. Так, эта шняга сколько стоит? А, ну мы же можем эти две шняги продать. Так, продать за кредиты. Отлично, все. Можем еще покрутить. Один разочек. Ну, и сейчас снова выпадут эти лицензия, либо права, то мы можем их продать и покрутить еще раз. Но, скорее всего, выпадет какая-то хрень. О, блат номера, пацаны, выпали. Нормалек. Вот это я не ожидал, серьезно. Нам выпали блат номера. И мы, получается, купились, потому что я продал весь хлам, и у нас вышло, получается, 300 с чем-то там кредитов. 380. А я выбил номера, они стоят в игре 500 доната. Поэтому мы купились, пацаны. В третьей части мы реально купились. Не сказать, что я отбил все 1500 рублей, пацаны, но все же, я думаю, неплохой выигрыш. Давайте сейчас выведем все деньги. Хотя нет. Давайте я, наверное, призы заберу в следующей серии. Хотя, нахрена их забирать в следующей серии. Давайте сейчас выведем все экспихи. У нас их сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Так, вывести в игру. Все. Выводим игру спокойно. И у нас остается еще VIP. Я тоже думаю, можно в игру вывести. И бабочки выводим тоже в игру. Все, у нас выйдет 1700. Ну, все равно конкурс как раз будет, пацаны. Поэтому эти деньги нам точно пригодят. Все, тоже выводим игру. Так, вывести в игру. Отлично. Все, выводим. Все, у нас остается два уровня. И блат номера. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и пишите, какие еще можно эксперименты сделать с рулеткой. Всем пока-пока.